Победителей поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Лучшие поселения региона получили денежные призы, которые направят на благоустройство хуторов, станиц и городов. Награждение приурочили к российскому празднику – Дню местного самоуправления. В прошлом году мы благоустроили 182 двора и 43 парка. В этом году мы планируем благоустроить 180 территорий и на эти цели выделить практически 1,5 миллиарда рублей. Я вот выстраиваю работу своей команды так, чтобы они не были начальниками, а в районах подчиненные. Все вместе мы одна целая команда. Все вместе мы отвечаем за жизнь. И все, что сегодня предлагается в виде решений в крае, должно четко сверяться с вами, с органами местного самоуправления. Потому что вы там, на земле, как я уже не раз говорил, вы сильнее ощущаете проблематику жизни, вы сильнее ощущаете приоритетность, на что нужно выделить деньги, какие проекты должны быть в первую очередь. Поэтому любое решение в первую очередь должно согласовываться с органами местного самоуправления. Я также вас прошу, когда вы свои решения будете принимать, тоже в первую очередь сверяйте их с интересами жителей поселения. Насколько им нужно уже ваше решение. И тогда мы сможем сказать, что на Кубани принципы самоуправления работают не на словах, а на деле. Именно от представителей местного самоуправления во многом зависит, насколько людям комфортно жить у себя в станицах и городах, добавил Вениамин Кондратьев.